В мероприятии приняли участие председатель Совета солдатских матерей Валентина Рожкова, сотрудник полиции Михаил Зайцев, участник боевых действий в Афганистане Василий Широбоков. Василий Дмитриевич был командиром гранатометно-пулеметного взвода, награжден орденами за службу Родине в Вооруженных силах СССР и Красная звезда. Он побеседовал с ребятами, рассказал о войне в Афганистане, о том, какие испытания выпали на долю советского солдата в годы войны. Дети с интересом слушали рассказы о мужестве и стойкости советских бойцов, рассматривали армейские фотографии, а память о павших героях почтили минутой молчания. Уроки мужества пройдут и в других садах Десногорска. Мероприятие военно-патриотического направления воспитания молодежи, детей, я считаю, что должны прививаться с детства. Эти мероприятия комитетом солдатских матерей, как цикл мероприятий, проводились по всем школам с департаментом образования. Теперь мы проводим в садиках. Урок мужества прошел очень патриотично. Дети его запомнят надолго. В подарок гостям они исполнили песню «Катюша». Надо быть честным и добрым, и защищать свою родину, и любить ее. Надо любить свою родину и защищать. Воспитание любви, уважение к своей родине, память о своих предках необходимо прививать детям как можно раньше.